Окей, давайте еще раз объясню мысль, которую я вам сегодня хотел донести. Основное послание, да? Что основная масса людей куда-то постоянно бежит. Постоянно мы вовлечены в какие-то образы, в какие-то социальные сети, у нас какие-то яркие примеры. И вам нужно понимать, что большая часть из того, что вы видите, конечно, не все, но большая часть – это просто фасад. Это просто такая интересная картинка. Это то, как людям хочет казаться, ну, как люди хотят казаться, да? Вот что они хотят из своей жизни яркое выделить и показать вам, да? Вот очень, очень этого много, да? Вы видите также очень много всяких концепций успеха, да? Что вот тебе нужно вот просто порваться, да, на куски, вылезти из своей шкуры там, но добиться вот чего-то сверх, супер. И это является смыслом жизни, да? Вот этого очень много. Достигать, обязательно быть лучшим, постоянно участвовать в конкуренции, в каких-то соревнованиях. Слушайте, я пожил такой жизнью. Нет, я в какой-то момент понял, нет, это не для меня. Это не для меня. И я вам хочу объяснить, что с моей точки зрения, в современном мире нужно придерживаться другой стратегии. Опять же, я вам ничего не навязываю, но я считаю, что каждый человек развивается в своем ритме, то есть у него свой какой-то процесс, и для того, чтобы погрузиться в свой собственный процесс, не нужно все время торчать вниманием в чужих процессах. Конечно, следить за тем, что происходит в мире, важно, но нужно очень специфично относиться к тому, что происходит, критически относиться, понимать, что нужно равняться не на какие-то внешние идеалы, да, не на какие-то постоянные вот эти поп-ценности, да, которые вам со всех сторон транслируют, а нужно все-таки ориентироваться больше на собственный интерес, на собственное творчество, на собственный какой-то процесс, вот куда хочется вам развиваться и двигаться со своей скоростью. И просто учитывать общие тенденции. Но если вы пытаетесь быть как кто-то, если вы пытаетесь кого-то тупо копировать, а вот этого очень много, люди мыслят в основном шаблонами, я хочу быть как кто-то, да, я хочу повторить 1, 2, 3, 4, 5, чужой успех. Вот если вы выбрали такую тактику, скорее всего, вы не преуспеете в этом. И даже если вы преуспеете, в какой-то момент вы почувствуете чужую шкуру. То есть вы почувствуете, что да, вроде бы вы преуспели, но это что-то не ваше, да? Это не ваш ритм, слишком много стресса, слишком много напряжения. И вот сегодня я вам хотел еще раз об этом проговорить, напомнить, что очень важно понимать, что вы индивидуальность. Вы не такой, как остальные. У вас свой какой-то процесс, у вас ваши какие-то цели на вот этот вот период жизни, в котором вы сейчас находитесь. И вам в первую очередь нужно отталкиваться от того, что происходит в вашей жизни. Посматривайте, конечно, боковым зрением на то, что происходит вокруг, но не влюбляйтесь вот в эти сладкие образы, которые вам просачиваются в сознание, в ваш мозг попадают со всех сторон. Потому что это как постоянные раздражители такие. Вот я даже за собой это замечаю, что насмотришься Ютуба, да, и через какое-то время понимаешь некую свою ущербность на фоне каких-то людей, понимаешь, блин, как много они добиваются, да какие у них результаты, что-то я как-то совершенно не так живу, что-то я расслабился, да. А потом через какое-то время происходит отсоединение от этого, от всего, и ты понимаешь, да, мне нравится вот сейчас жить в этом расслаблении. То есть я достаточно побегал в прошлом, и мне сейчас нравится, слава богу, есть возможность не бежать куда-то, да. И вместо того, чтобы ценить вот то, что мне не надо бежать, мне не надо напрягаться, мне не надо жить в стрессе, да, вместо того, чтобы ценить это, периодически ум может переключаться на то, что надо бежать, надо достигать, надо добиться всего вот самого лучшего и испробовать все. И все и сразу. А потом ты возвращаешься в свою реальность, отклеиваешься от этих картинок, возвращаешься в свою реальность и не понимаешь, с чего начать. Что вот, что сделать, какую волшебную кнопку найти для того, чтобы побыстрее попасть в жизнь, в которой живут вот эти люди? Да не надо тебе побыстрее туда попасть, понимаешь? Не надо, тебе вообще не надо на этом концентрироваться. Услышь меня, пожалуйста. Вот месседж основной. Не концентрируйся на том, как живут другие люди. Концентрируйся
на том, как происходит твой творческий процесс, в чем ты хочешь развиваться, что тебе хочется и нравится делать изо дня в день. Вот это вот нужно нащупать в первую очередь. И потом уже, когда ты уже в достаточной степени развился в этом, потихонечку начинай соединять с тем, как ты можешь это превратить в ценность для других. Но не надо бежать, не надо спешить жить, не надо спешить добиться успеха, особенно любой ценой, да, ценой стресса, ценой предательства себя часто, не знаю. Ну вот бывает такое, что ты готов забить уже на какие-то ключевые для тебя сферы жизни и посвятить себя только одному, чтобы только там чего-то вот добиться, и когда ты там уже добился, у тебя разруха в жизни, да, ты уже приходишь к этой финишной прямой успеха, какой-то, не знаю, перекошенный, да, уставший, в стрессе, и тебе хочется отдохнуть, а успех это такая вещь, когда ты его добиваешься, добиться его, это всего лишь, не знаю, процентов 30-40, потом начинается самое интересное, там тебе придется удерживаться, да. Вот удержаться в успехе, это намного более сложная задача, чем добиться его. А прикинь, ты вот как-то через стресс шел к этому успеху, ты его добился, и тебе опять надо, ну, вовлекаться в этот процесс поддержания этого успеха. У тебя уже сил нету, ты уже устал. И тут часто у людей начинается алкоголь, наркотики, допинги какие-то, да. То есть где-то надо брать энергию, а у тебя ее уже нету, ты все потратил на то, чтобы добиться этого успеха. Так что вот так вот, понимаете, ребятки, идите со своей скоростью, включите свою скорость, комфортную для вас, поймите, к чему у вас есть склонности, способности, выясните это в первую очередь и развивайтесь. Развивайтесь со своей скоростью. Не думайте о том, чтобы побыстрее жить яркой жизнью, побыстрее испробовать все прелести этой жизни, забудьте об этом. Сконцентрируйтесь на той жизни, в которой вы живете, на тех возможностях, которые у вас есть, и постарайтесь наслаждаться тем, что вы имеете, и извлекать максимум какой-то, но полезный для вас на данном этапе, вот из тех возможностей, в которых вы находитесь прямо сейчас. Не рвите себе попу. Я часто даже рекомендую даже поменьше смотреть вот этой рекламы, да, красивой жизни. Я, например, если взять мой пример, я начал красиво жить, когда у меня появились деньги, понимаете? То есть вот когда уже появились деньги, тогда я уже начал задумываться, на что их можно потратить, какие есть возможности. Ребята меня начали куда-то звать, там, да, на какие-то острова, поехали там на мастер-майнд, у меня была возможность. Но до этого я жил достаточно скромной жизнью. Разрабатывал я свой бизнес там в советской квартире своих родителей, сидел, у меня там была маленькая комнатушка, там стоял компьютер, на этом компьютере я занимался дизайном, то есть работая дома, вот, ну, в принципе, там, как фрилансер, я, вот, находясь в таких условиях, делал свое дело, которое я любил, и я не могу сказать, что я как-то роскошно жил. Если сейчас посмотреть, как я живу, ну да, я живу там в двухкомнатной квартире, которую я снимаю, кстати говоря. Да, она классная, здесь евроремонт, 86 метров. Ну, все равно я ее снимаю, я ее продолжаю снимать. Тогда были совершенно какие-то такие советские условия, бедная атмосфера, но я был увлечен, понимаете, вот я был увлечен, я занимался тем, что я люблю, развивался в этом, что-то читал, было время, где я изучал какую-то информацию, было время, где я работал, применял какие-то эти вещи. Достаточно простая жизнь была. И вот я жил этой простой жизнью, скромной достаточно, делал то, что я любил делать, да, справлялся там с какими-то препятствиями. И вот делал и что-то сделал, в какой-то момент что-то сделал, и постепенно это начало набирать успех. Вот оно вот так работает. Понимаете? Вот, ну, на моем опыте, во всяком случае, на опыте очень многих моих успешных коллег, но не стремились они к какому-то там сверх-супер успеху. Просто делали то, что любили, постепенно развивались в этом со своей скоростью. И в какой-то момент наступил этот успех. Он приходит, когда его не ждешь. Понимаете?
То есть он приходит, он настигает, когда ты его не ждешь, когда ты на нем не концентрируешься. Когда ты концентрируешься на том, что тебя ведет постепенно к успеху. А что это? К успеху ведет труд. А труд это что? Это какая-то работа, но любимая работа. Это дело, в котором ты хочешь развиваться, тебе это интересно, и ты хочешь что-то делать и производить. Что-то, что ты можешь вот на своем уровне производить наилучшим образом для тех людей, с которыми, возможно, ты уже работаешь или ты собираешься работать. То есть не надо манией величия страдать, гигантизмом каким-то. Это какие-то вот такие постепенные шаги, да. Я сейчас вот, например, тоже, то есть я старый бизнес закрыл, сейчас хочется открыть что-то новое тоже постепенно, по шагам. И вот сколько уже, больше года какие-то эксперименты, пробы, что-то там получается, что-то не получается. Спешить некуда, спешить некуда. Двигайтесь со своей скоростью, подрабатывайте где-то, не старайтесь заработать сразу миллион, не надо зарабатывать сразу миллион. Зарабатывайте столько, сколько вы стоите. То есть нужно стремиться не к большому количеству денег, а к способности что-то такое создавать и предоставлять, что достойно тех денег, которые вы зарабатываете. Понимаете, здесь должно вот такое чувство у вас внутри быть, что то, что вы делаете, стоит тех денег, которые вы зарабатываете. То есть если совсем мало вы денег зарабатываете, ну пока вы так стоите просто. Нужно совершенствоваться, нужно как-то вот улучшать свои навыки, способности и постепенно пробовать как-то вот не продавать то же самое по большей цене, что часто люди делают, не только этим заниматься, а делать все более-более качественный продукт, делать лучше маркетинг, да? И, возможно, где-то вы вырастете на новый уровень профессионализма и почувствуете, что вы стоите дороже. Тогда вы поднимете ваш прайс. Понимаете? И с продуктом то же самое. Не надо сразу дорогие продукты делать. Сделайте сначала какой-то, если вы там занимаетесь чем-то, каким-то творчеством, вы что-то создаете. Но сделайте сначала какой-то недорогой совсем продукт. Научитесь продавать недорогое что-то. Потом, когда это научились, уже переходите на следующий уровень. Помните о принципе постепенности. О, я понял. Я сегодня всю трансляцию вам рассказываю о базовом принципе жизни. Закон постепенности опять. Да? То есть все растет постепенно. И нельзя добиться успеха быстро, легко. И даже если вы добьетесь быстро, легко, это часто хуже. Потому что многие люди не справляются с этим. Они внутренне не готовы к какому-то успеху. Успех на них обрушивается и заваливает их там. И они часто не имеют возможности справиться с этим, и им становится еще хуже. Да? Это как выиграть деньги там, в лотерею. Да? Миллион выиграть, когда ты зарабатывал там, не больше $1000. И люди с ума сходят от такого. Понимаете? Это как бы, ну, нужно быть готовым к таким вещам. Поэтому спокойно развивайтесь. Давайте подытожим эту трансляцию. Спокойно развивайтесь. С вашей скоростью, в том, что вам нравится. Если вы все время зарабатываете деньги в том, что вам не нравится, ну, старайтесь этим поменьше заниматься и старайтесь побольше заниматься тем, что вам нравится. Выделяйте время. То есть администрируйте ваше время, выделяйте время на то, что вам нравится. Развивайтесь в этом. И начинайте внимание, энергию направлять туда, где вы хотите развиваться. И учитесь, и постепенно пробуйте. Сначала самое простое что-то сделайте. Получилось, молодцы, себя там как-то погладили, сказали, какой я молодец. Продолжайте дальше. И добейтесь какого-то уровня профессионализма, который уже не стыдно людям показать. И чтобы люди вам сказали, о, слушай, ты молодец, ты хорошо это делаешь. Да, и, возможно, вы можете заниматься тем же, что делают многие люди. Но их не так много, понимаете, не каждый может делать то, что вы научились делать вы. Поэтому постепенно вот формируйте в себе этот профессионализм, улучшайтесь, улучшайтесь. И так все получится.